Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы возвращаемся в The Braves. Выловил в портале скорострел эпический, и теперь есть возможность поиграть за лучника. Давайте это сделаем. Пройдем по ГОСТ. Режим хардкор, сложность экстрим. Ну, конечно, нам надо эволюцию словить. Как это сделать, не всем понятно. Наверное, чтобы просто повезло. Ну, у меня слабенький, конечно, лучник, 50 уровень. Ну, все книжки я потратил. То на эту тетку кричащую, то на мужика, который кричит. То это вот загадочный мистер X какой-то. Все какие-то клоуны. Бестолковые, ничего не могут. Вот это очень хорошо. Да, но это еще не значит, что у нас будет эволюция. Эволюция — это, по сути, такой непрерывный поток из стрел. Очень мощная штука. Тем более на этом уровне нет никакого штрафа за использование магии воздуха. Так, тоже хороший знак. Вот отстой. Ну реально, такую херню будешь предлагать. Хорошая вещь. Так, это мы не берем пока. Есть. Ну, суки, готовьтесь. Это еще персонаж не прокачанный. А так у нас все в стрелах будет.
Как босс появится, надо сразу остановить время. И в хлеборезку ему весь этот поток направить. Вот это честный бой. Так, надо еще воздух взять. Усиление. Так, скорость снарядов. Ну давай возьмем. Десять секунд уже остается. 9. Водяной. Нахрен с поля водяной. Ну-ка, получай, падла. Чистая победа. Все хорошее, но воскрешение кажется лучше. Тетка хотел поорать. Но я ей не позволил. Да, воздушный урон нужен. Потому что, ну, этого нубаса-то я как-то уничтожил. А дальше ты что? Во-первых, тоже нужно остановки времени искать. Пока я слишком слаб, чтобы играть без них. А это еще что за чудо-юдо? Получай. Ой, все, сдулся. Можно уклонение взять. Тоже может спасти. Жалко, нельзя впрок набрать. Да, но тем не менее, вроде летит дофига снарядов в какую-то сову, а она не падает. Где остановка времени-то? 2,5 минуты остается. Просто мы пришли, нам в принципе сюда рано. Ну, для вот этого персонажа. Поэтому нам нужно, чтобы немножко повезло. Не дали остановку времени.
Ну какой священный урон? Шляпа шляпная. Жужжалки. Дополнительные снаряды. Ой, блин, какой отстой. Ну, дополнительный урон, ну, воздухом получше будет. Но там мне надо брать булаву. Чтобы оставался шанс. Да. Ну, короче, все что угодно. Все что угодно, только не то, что надо. Нихера себе. Да ну хватит стрелять уже. Самое нужное, конечно, дают. Ну ладно, в принципе, и так повезло. Вначале дали эволюцию. Огненный урон. Блин, какой угодно, только не тот, который нужен. Немного камней. А, кстати, остановка времени. Кстати, скорость перемещения персонажа. Вот тоже, кстати, прикольно. Иметь бы. Мне хочется просто урон взять. Воздушный. Непонятно, будет он. Жужжалки. Что все пассивное, чтобы закрыть мне вот это и не давать. Падла. О, еще одна остановка времени. Вот здесь будем стоять. Ты не успокоишься никак.
Дайте магнитик тогда. Полторы минуты. Левелапа все нет. Уж полночь близится. Не, ну конечно же, земляной урон предложит. Убить крысу. Тут столько заданий, эту крысу убил. Так, 15 секунд. Мочи его. Быстро к заморозке. Мочи его. Изи пизи. 1200. Ну такое себе, конечно, вознаграждение между говно и полное говнище. Где-то так. Ну, ладно. Тут другого не дают. О, смотри. Уже надо идти в замок? Нифига себе. Но это мы в следующий раз пойдем. Так, давайте улучшим этого лучника. Вот у него хпшка... Неплохо, 3700. Так, еще что-нибудь можем улучшить? Шляпу. Просто шляпа. О, еще мантия чародея. 20 хп. Да, вот такой вот персонаж, этот лучник. Мне кажется, намного лучше, чем девчонка, которая кричит. У меня, кстати, появился новый вот этот, Лимуру. Еще Труфальдина. Но их надо всех немного прокачать, посмотреть. Я думаю, они подойдут под какие-то локации. Как-то так. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.